бы дальше, я помню, когда я приехал в Америку, мне там друг говорил, что вот смотри, сейчас на дорогах вообще нет американских машин. Они все скоро обанкротятся, потому что, ну, их просто нет на дорогах, их не покупают. Там не важно, что эти сток-брокеры говорят, на дорогах этих машин нет. А сейчас, и они обанкротились тогда, в 2008 году, я приехал в 2004, обанкротились и в 2008. А сейчас очень много американских машин, особенно General Motors, на дорогах. И стало типа круто покупать американские машины. Сейчас круче всего это американская машина. Трак, большой внедорожник, да и просто, ну, машин обычных седанов мало стало, их, в принципе, практически не покупают, то есть это какой-то, в общем-то, отмерший сегмент, но всякие кроссоверы есть. А вот кто исчез с дорог сейчас, это немецкие машины, их очень мало, и Volkswagen, и BMW попадаются изредка какие-то расфуфыренные, но редко. А вообще кого нет? Мерседес. Просто, по-моему, вообще исчезли. То есть их просто не покупают.